Доброе утро, меня зовут Карен Асартян, я дизайнер, и сейчас я вам покажу, как сделать подобное портмоне своими руками. Для этого нам понадобится кожа, которую мы предварительно нарезали, клей и подручные материалы. Приступим к работе, прошьем карманы кожи, для того, чтобы в будущем наши карманы не растягивались. Для портмоне мы используем вот эту основу. Далее я использую 7 карманов, но вы можете сделать больше по вашему желанию. И вот сейчас я покажу, как это будет примерно выглядеть. Осталось это только проклеить и прошить. Наше портмоне практически готово. Мы его склеили и прошили по краям, чтобы шов не разошелся. Теперь нам нужно его покрасить. У нас получилось вот такое портмоне. Сейчас вы увидели, как его сделать своими руками. Я желаю вам удачи. Всего доброго. До свидания.